Представители украинского батальона «Азов» сообщают, что их бойцы провалили штурм Углегорска, а также потеряли 4 танка. Военные признали, что ополченцы помешали им войти в город. О своей неудаче солдаты украинской армии рассказывают на странице полка «Азов» в соцсети и пишут, что планы захвата Углегорска были сорваны из-за сильного сопротивления противника. Сейчас Углегорск фактически занят ополченцами. Бои за город в Дебальцевском котле начались, напомню, в конце января.